Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. Продолжаем вскрытие посылочек с Китая. После успешного разрезания посылочки с чехлом и разрезания подарков в виде брелка, открываем вторую посылку и смотрим, что же здесь внутри. А здесь внутри у нас должен оказаться, по идее, шнурок. Китаец красавчик, не обманул. Просил его выслать шнур, и он выслал. Таки. Шнур должен быть Lighting USB от Белкина, 1,3 метра. Ну, на самом деле, один шнур у меня такой уже есть, и качество у него оставляет желать лучшего, так как он перестал работать где-то у меня через месяц. Стал ругаться, что, уважаемый, это не оригинальный шнур. Иди в магазин Apple Store и покупали оригинальный. Вот, поэтому пришлось приобрести еще один шнур. Дабы наверняка убедиться, что действительно это не оригинальные шнуры. Так, пытаясь это все эту байду вскрыть. И у меня почти это получилось аккуратно. Достанем шнур. И шнур уже, увы, не такой, как я покупал до этого. Но все-таки Lighting USB. До этого я покупал крученый шнур. С закруточкой. Вот. Единственное, здесь такой момент есть, что шнур очень широкий. И если телефон в чехле, то он туда не влазит. Приходится кастомным методом подрезать. Ну, а в целом об эксплуатации сообщу чуть-чуть позже. Цена шнура хорошая, ну и в принципе работает он практически месяц. Спасибо за внимание, всего хорошего.